23 августа 2020 год, Харьков, это Юпитер, 20:15 по Киеву, в Харькове, ну видно колечки, по-моему, да, экваториальные кольца. Даже на экране видно. Шестьсот 50 миллионов километров, да. Не во. А вот Сатурн как раз, блин, за облаками сейчас. Ладно, посмотрим пока на Луну. Потом перенастроимся на более высокую светочувствительность, дабы спутники Юпитера посмотреть. Глядишь там из-за облачков и Сатурн выползет. Па-па-па-па-па-па-па-па. Ты что ж ты будешь делать, не получается. Вот она, наша красавица. Луна позавчера была на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите. Ну, сейчас резкость. Вон так же лучше. По-моему, так лучше. Да, уже к горизонту катится, клонится Луна. Сатурна не видно. Ну хорошо, сделаем паузу, снимем еще один дубль. 23 августа 2020 год. Харьков. Харьковчан, с днем города, украинцев, с днем флага. Поздравляю.